На некачественные продукты питания можно пожаловаться в Роспотребнадзор. С 13 по 27 марта открыта горячая линия по безопасности продуктов питания. Специалисты проводят консультации и дают рекомендации по выбору пищевых продуктов. Кроме этого, на горячей линии можно узнать, как должен действовать потребитель при обнаружении некачественных продуктов. Звонки принимаются по телефонам 3087-71, 3087-81, 3087-91 с 9 до 12, а также с 12.45 до 16 часов. Обращаться можно ежедневно по будням.